Ну что, дорогие мои девушки, мы с вами снова в магазине, в котором я снимаю много люксовых, красивых вещей, обуви, сумок и одежды, ну и в том числе примеряю красивые платьица очень часто. Значит, сегодня поснимаем красоту, а потом попримеряем. Так, туфли Saint Laurent. $600. Слушайте, очень все подорожало. Они когда-то были по 200, по 300, но, как видите, смотрите, какой интересный каблук и очень интересная расцветка. Но, конечно, цена такая, ого-го. Это у нас Бирман. Не знаю такой фирмы, но, наверное, она есть. $400. Очень красивые туфли, очень красивый каблук, очень изящный, очень элегантный. У меня, конечно, есть вопросы к этому пластику, но что есть, то есть. Так, 4,5 размер. Это мой любимый размер. $250 Серджио Росси. Видите, 34,5. Он европейский. И это как раз мой размер. Так, Ферогамо. На сейле 375, но написано, что они повреждены. Видимо, их уже немножко подчикали. А что это было черное? Saint Laurent тоже. Сколько, да? Еще. $600. Вот такой. Mercury. Right. Beautiful. Красивая очень пряжка. Это мы тут обменялись с девушкой впечатлениями, что вот это очень красивые туфли. Я с ней согласна. Зеленые, как бы мы любим такое. Ой, какие лыжи Серджио Росси. Боже мой, какой-то размер. Написано, что это 8. Как это может быть? Огромные лыжи. 38, действительно. $250. Ну, как они могут быть такие большие? 38. Каблук такой смешной. Серебряный. Ну, это какие-то старомодные тоже Росси, 250. Вот такой, такая прямо 2010 год. Так, это Ферогамо за 350. Какой интересный каблук, правда, смотрите. Необычный. Ну, так, особо. О, нет, серьезно. $200. Тоже мой размер, 34,5, и это у нас тоже Серджио Росси, но это прям такой, знаете, даже не знаю какого года, посмотрите, клей тут торчит, однако ж, за $200, конечно. Так, вот такие есть, вот такие, это вот какой-то бренд Бирман. Александр Бирман. Наверное, девочки, которые интересуются люксом, знают. Я не знаю. $300. Пластик. О, какие интересные. Вот это что ж такое? Ух ты! Классные. А, Bottega Veneta, ничего себе. 399. 36,5. Но они тоже огромные. Смотрите, какие. Ну, такие прикольные, да? Bottega. Вот. Это как бы я знаю. Даже я знаю. Так, а это что такое 5 размера? Тоже Bottega. Ох, какие тяжелые. $500. Боже мой, какие же они тяжелые. Такие, не знаю. Очень тяжелые. Прямо это настоящее дерево. Я думаю, что это настоящая деревяшка. Так, так, так. Сумки. Сумков нету никаких. Сумок, то есть, пардон. Нет, это не люкс. Kate Spade. Я вам, кстати, показывала в прошлом блоге. Вот, кстати, сколько здесь они стоят? Видите, 180. Kate Spade, а в том магазине, дисконтном, это стоило, они стоили $400-500. Вот, представляете, такая разница. Так, что тут еще у нас? Тут сумки обычные. Да, это уже все. Это не люкс, это обычные сумки. Пойдемте посмотрим, там еще есть одежда, я видела. Просто там было много людей. Я не хотела там толпиться, ждала, пока все разбегутся. А еще знаете, что у них бывают люксовые украшения, часы. Часы Fendi,
Часы Гуччи, эти мы с вами, по-моему, видели. Розовые со змеей. А может, и не видели, может, были другие какие-то. А, мы, по-моему, видели вот эти зеленые со змеей за 800. Сейчас появились еще розовые со змеей за 800. И вот такие за 800 белые, с белым циферблатом и бело-зеленый ремешок. А украшений никаких нету. А вот еще Гуччи есть черные со змеей. Наверное, мы такие видели черные с вами. Мне кажется. Ну и все. А это все не люкс. Смотрите, какой браслет интересный. И вот тут с узлом. Красивый. По 40 долларов они. Красивая эта змея. Так, тут корона для принцессок. Какая красивая брошь. Или это не брошь? Как будто винтажная. За 50 долларов. Интересно. Такие вот ободки. Видите, это такой со шпилькой, что можно прикалывать, а эти вот такие вот ободки. Или вот такие. Интересно. Так, из одежды, что у нас тут? Стелла Маккартни, 500 долларов. Такая рубашка, блузочка. Интересно. Такой рукав интересно сделан, вырезанный. Голубого цвета, красивый. 500 баксов. Здесь много всяких платьев, но многие из них совершенно какие-то странненькие. Давайте будем рассматривать самые интересные. Ух ты, шикарно. Кто это у нас? Какая-нибудь Гуччи, наверное. Точно, Гуччи. Цену. Сейчас поищу цену. Сейчас. Так, смотрите, 3000 долларов. 3000 долларов. Но Гуччи. Но очень красивое платье, действительно. Сейчас я вам отойду подальше. Значит, оно бархатное. Здесь сделана такая оборка. Здесь пояс такой сделан. И манжеты такие. Темно-синий бархат. Я вам полностью ее попробую снять целиком. Ну, просто подивиться. Покупать мы не будем. А подивиться почему нет? И сзади оно одно тонное просто. Да, красиво, красиво. Но 3000 долларов, это, конечно, цена. Цена. Так, это у нас, по-моему, Версаче. Не может быть 150. Это... Да. Версаче, видите? 150 долларов. Вот скажите мне, Версаче... Почему Версаче стоит 150, а Гуччи 3000? Я не знаю. Мне кажется, что Версаче это тоже довольно неплохой компания. Неплохая. Так, это тоже Версаче. А вот это Версаче за 300. Почему так? Темно-синее. Очень красивый такой кобальтовый цвет. Ох, тут еще такой замок. На замке еще, видите, вот значок. И тут такая вот еще фалда какая-то прицеплена. Да, у них тоже, видите, цены тот, один тот же Versace, а цены разные. Так, это что-то не знаю. Это что-то я тоже не знаю. А, это Red Valentino. Тоже есть такой бренд. За 600. Трам-пам-пам. Хорошенькое платьице такое. Немножко детская, красивая такая же кружево. Ну, короче, вот эти платья бандажные, которые же тоже 100 лет назад вышли из моды. Ну, как бы не то, что вышли по 400, не то, что они вышли из моды, но у них пик их прошел, был пик в какой-то момент. Помните вот такие бандажные платья? Бандажные они называются, правильно? Это какой-то, да, Harvey Ledger. Такой бренд специальный. Он их делал, вот именно придумал и делал эти платья. Правильно? Я не ошибаюсь, да? Значит, вот они зеленые, есть такие вот малиновые, есть золотые, есть серебряные. Боже ты мой. 400 долларов. Неужели кто-то купит? Неужели? Стелла Маккартни. Какое интересное, красивое платье.
за $1000. Стелла Маккартни. Сделано в Венгрии, между прочим. Прикиньте, да? Так, стелочка у нас. Вот, знаете, она очень интересная. Она интересная. У него здесь пояс, а внизу оно вот какие-то вот у него такие вот сделаны. Очень интересный какой-то низ. Я даже не понимаю, какой. Это вроде карманы, не карманы, а вот что-то такое. Очень красиво. Не знаю, вы поняли, что я снимала или нет. Так, Дольче Габбана под Шанель. $1999. Видите, такое оно под Шанельку сделано из твида. Фасончик Шанель. А, рукавчики, воротничок. Все как любила мадам Шанель. И пуговички. Это Дольче Габбана? По-моему, так лучше. Так, минуточку. А, это вешалка Дольче Габбана, девочки. Это Гуччи платье. Вот я тупая. Вот же я тупая женщина. Вот, это Гуччи за 2000. Просто вешалка от Дольче Габбана. Слушайте, все пуговицы поотрывали, представляете? Ой, блин. Слушайте, посмотрите, вот это да. Вот здесь должны было быть вот в этом платье 1, 2, 3 пуговицы. 4, 5. Я увидела, что пуговицы Гуччи. Удивилась, как же это Дольче Габбана. А в этом платье они все пуговицы. Кто-то взял примерочную, я уверена в этом. И посрезали все пуговицы. Оставили одну только. Варвары. Даже не срезали, поотрывали. Потому что, видите, ни одной пуговицы нету. Но одна могла упасть, да? Но так, чтобы все... Ой, люди. Везде одна и та же. Так, что это у нас? Это ничего. $50. Хорошенькая просто кофточка такая симпатичная. Так, что у нас? Все уже, да? Люкс у нас все? Мы уже все рассмотрели, да, наверное? Я в шоке, конечно, как взяли, поотрывали все пуговицы. Ой, блин. О, народ. Так, ну ладно. Ой, это что такое? Дольче Габбана. Курточка. Курточка. $800. Дольче Габбана. Вот такой вот бомбер. Смотрите, какой интересный от Валентина жакет. Как будто бы он... $1300 в Бали. Смотрите, какой интересный. Стоил €1890. Ну, понятно, почему он у нас стоит 1300. У нас как на сейле, распродаж. Как-то он так интересно сделан, видите. Как будто бы жакет на пуговичках. Здесь вот под рукавами такие вот вырезы и пояс протянут. Ну, он такой летний, как будто бы хлопковый. А сзади пояса нет. Очень интересная вещь. Очень красивая расцветка. Так, это тоже что-то Валентина, блуза. Смотрите, какая шикарная. Манжет. И вот так вот она сделана. И написано, она тоже 1300. Очень красиво, очень необычно. Здесь, видите, на Валентина очень красивая расцветка. И очень интересный фасон. Прям такая вот. Даже не знаю, какой-то размер. Такая большая. Не пойму, какой размер. Что-то непонятно. Так, это не знаю, что. Смотрите, какие босоножки у нас завезли в больших количествах. О чем? По $100. Очень-очень модно нынче. Модный нынче фасончик. Почему они такие здесь еще перепачканы? Специально, видите, грязненькие. Так, ой, тяжелые какие, боже мой. Не, ну правда, что они не должны быть тяжелые. Это же имеется в виду, что они должны быть удобненькие. А они вот такие вот, как гири. Неправильно. Но очень модно, очень. Мне не нравится, но девчонки носят. Вот такая вот босонога. За $100. Что-то
Дорого. Написано, что это итальянский. Ну ладно, пускай. Здесь, ну и здесь царство красивых линеньких платьиц, которые мы с вами, наверное, возьмем мерить. Я что-то такое мерила, или мне кажется? Вот это я точно помню мерила, синие. А вот эти вот, наверное, нет. Ну, в общем, сейчас мы разберемся, мы сейчас что-нибудь поищем. Как всегда, у нас будут примерки красивых летних платьюшек. Самое время. Ну и примерки, девочки, я решила записать отдельным видео, показать вам, потому что получается очень длинно. Никто не будет смотреть видео на 40 минут, поэтому примерки будут в следующем видео. Абсолютно шикарные наряды, Стелла Маккартни, Гуччи, Валентино, вот по такому люксу я пошла. Очень хотелось примерить некоторые вещи, которые я вам показывала в магазине. Очень интересные, такие красивые, яркие, летние. Так что не пропустите, подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить следующее видео. Интересные и много-много других интересных видео. А на сегодня все. Увидимся совсем-совсем скоро в следующем видео, видео примерок. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, бай.